Банты, бабочки, а в руках у каждого букет. Сегодня школа впервые встречает вчерашних малышей. В этом году из-за карантинных мер праздничные линейки проходят только у первоклассников, чтобы этот важный первый день знаний остался в их памяти. Мне уже 7 лет, мне так хотелось, что уже не было терпения. Я хочу научиться новому, читать, писать и выучить весь алфавит. Так интересно учиться долго и много знать всего. Я обычно хочу научиться примерно разным языкам. Поздравить ребят с началом учебного года пришел лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он посетил торжественную линейку в Романовской школе Москвы. Я всех поздравляю с Днем знаний. И я очень хочу сказать слова благодарности вашим учителям. Хочу пожелать им терпения. Терпения хочу пожелать родителям, потому что начинается непростое время, но очень хорошее. И я уверен, что вы, учась в Романовской школе, в необычной, замечательной школе, будете не только получать знания, будете многому учиться, обретете друзей, и все у вас в конечном итоге будет хорошо. Всем в добрый путь, здоровья, счастья и удачи. Спасибо, с праздником! Сегодня же для ребят состоялся и первый школьный концерт. Поздравляли их старшие коллеги, танцевали и пели песни. Первоклассники не только были зрителями, но и сами смогли выступить. Я тебя бегу, бегу, спрячусь за деревом и скажу ку-ку. Теперь они пойдут на первые уроки в радостном предвкушении, какой он будет. Первый класс.